Здравствуйте, друзья! Сегодня приготовим теплый салат из фасоли. Для начала мы эту фасоль бланшировать будем. То есть пару минут в кипятке в подсоленном отварим и быстро-быстро остудим в ледяной воде. Фасоль я не размораживал. Прям замороженную бросил. Сейчас водица закипит. Пару минут и остудим. Пока фасоль отваривается, подготовим лук. Это шалот. Мельненько нарубим. И чеснок. Зубчик. Фасоль 2 минуты поварили и в ледяную воду. Пусть остывает. Беру сковородочку, насыпаю в сковородочку оливкового масла и добавляю сливочного. И пусть все это у меня тает. Добавляю чеснок и добавляю лук-шалот. Как бы немножечко обжарили лучок с чесноком и добавляем креветки. В моем случае это готовые креветки, мелкие. Вы можете взять тигровые креветки, какое-то количество, да любых. Если сырые, ну обжарьте их 2-3 минуты. У меня они готовые, поэтому я их просто чуть погрею. Чтобы они слегка пропитались вот этим маслицем ароматным. Ну вот я буду считать, что я погрел креветки. И я добавлю апельсиновый сок. Тут где-то грамм 80. Я этот апельсиновый сок сейчас полностью выпарю. Ну вот, апельсиновый сок, считайте, что весь выпарился почти. И я добавлю сюда фасоль. Я фасоль на сито откинул и как мог немножечко просушил на полотенце. Перемешаю, присолю немножечко и чуть перца черного дам. И под крышечкой на среднем огне минутки 3, пусть у меня погреется все это счастье. Возьму тарелку и на тарелку насыплю нашего салата. Полью бальзамическим соусом и потру пармезана. Можно украсить зеленью. У меня петрушка в данном случае. Все готово, не поверите. Вот такой теплый салат у нас получился. Приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, ну и подписывайтесь на наш канал. Ну и конечно же, не забудьте бокальчик любимого вина. Готовьте с удовольствием, пусть это будет вкусно и красиво. Все, пока!